Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник крижучения. Кот опять заскочил. Котяшка ненасытная. Опять там сухой корм наворачивает. Это довольная, что кот пришел в гости. Давай хулиганка есть будем. Нету, ей свежие сварили, она пошла прятать. Есть или нету? А? Кот же здесь, кот, он же все найдет. Он же за мясом ходит к тебе. Кого-то отталкиваться. Что, не хочешь? А? Ничего себе. Ой, кот-то уже подскочил, он же мясо учуял. Она, дурочка, прячет от него. Он же видит, куда ты прячешь. Все, он пошел уже тебе разбираться там. С твоими запасами. Что, думаешь, спряталась, что ли? Он уже вон разрыл уже, все, нашел. Дай. Ну, уже роет, смотри, так же, как это роет. Такие же лапы у него, как у тебя. В другой угол тащится. Ну, глупая. Какая ты, Маркиза, глупая бываешь. Поражаюсь. Иногда умная, иногда глупая. Давай. Кот дома наелся. Он просто ненасытный. В отличие от тебя. Давай. Угу. Маркиза тоже это самое. Ну, рот не разевай. Что вкусное, так она сама изо рта вытащит. У кого хуже. Дай. Кота оглядывается. О, какой умный, да? Она только отошла, он давай от сам пошел. Пошел к ней разрывать все. Все найдет, лучше ешь сама. Ну, уже мясо ест. Слышно уже.
Уже нашел твои запасы. Плохо прячешь. Мясом это самое хрустит. Ну и все. Давай иди ешь. Переживает, я густо идет. Ага, отбери теперь у него, попробуй. Ага, отобрать мясо у него пытается. Давай. Ешь, не прячь. Могла бы съесть, а так кот съел. Давай лапку ставь. Ну. Ну, пошел там все твои разрывать. Все твои щелки там чистить пошел. Ну, вот. Могла бы все съесть. Так коту оставила. Я для тебя рассчитал, а ты коту отдала. Он и корм поел, то и это самое, и мясо поел. И корм сухой съел, и мясо съел. И сюда прибежал проверять, что осталось. Ага. Давай, хулиганка, яйцо будем есть. Ладно, ладно, доедай. Муж разворачивается. На еще булочку съешь. Короче, ладно, все на сегодня.